Привет-привет, ребята, с вами Талига. Продолжаем играть в SkyWars на сервере skywars.com. И, в общем-то, давайте залутаем сундучки на моем острове. И начнем же сливать нубов. Так. У нас достаточно такие неплохие вещи попали в сундучках. Так, давайте их оденем, конечно же. И пойдем уже в драку. Я хочу сделать серию эпичную, как всегда. Ой. Кто это? Минус 3 хп, жестко. Такс, поставим блоки и будем уже строиться. Так, уже один человек, одного человека убили уже. Я хочу тоже кого-нибудь убить. Делаем вот так и сольем его. Вещи получим мы? Да, вещи мы получим. Отлично, у нас 2 эндерперла, лук и 16 стрел. 2 золотых яблочка, все вообще супер. Сейчас, я надеюсь, мы затащим. Так, давайте поедим. Чтобы сделать серию эпичную, я буду телепортироваться к игрокам и стрелять в них. Так, давайте я этого чувака хочу застрелить. У меня это не получится его просто так застрелить. Я съем золотое яблочко и к нему тпшнусь. Хотя я могу его слить с лука. Так. Так, одна, вторая. Не, второй нет. Давайте я тпшнусь к нему. И начну уже ливать. Так, давай-давай, ливайся, чувак. Есть, мы его слили тоже. Давайте заберем вещи. Мы сделали уже 2 килла, и мы остались один на один. Так, где он? В общем-то, я не знаю, где он. F3 плюс А не работает уже на версии 1.8. Кто знает. Так что я не могу его так сейчас просто найти. Он где-то, наверное, зарылся. А, хотя вот, вон там. Давайте пройдем на спаун. Да-да, я вижу там ник. Я эндерпёрл тратить не буду, я думаю. Хотя мы остались один на один, я могу его потратить, но... Я не попаду. Я пока что... еще не умею хорошо стрелять эндерпёрлами. Так что мне, в принципе, время позволяет. Я буду строиться. Так. Я хотел бы шумно к нему пройти, но это не получится. Так, мы у него. И давайте сольем его. Есть, мы его слили, ребят. Мы затащили. Сделали в этой серии 3 килла. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ресурс пак я выложу за 0 лайков. Будет в описании ссылка. В комментариях. Да, и в общем-то подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте положительные комментарии. А с вами был, как всегда, Талига. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новой серии по SkyWars.